Кустанайские служители Фемида зачитали приговор экс-коллегам. Бывшему судье и председателю городского суда предъявлены обвинения в получении взяток. Как следует из материалов дела, нечистые на руку представители правосудия при принятии решений руководствовались не доказательной базой, а шестизначными цифрами. Осенью прошлого года оба подсудимых были задержаны с поличным при получении денежных купюр. До суда они находились под подпиской о невыезде. Во время оглашения приговора их взяли под стражу прямо в зале суда. За свои действия судья Серик Кашкенбаев получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Более строгое наказание у его бывшего начальника. Суд приговорил Мухтарова Саламбека Беркалиевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 24 частью 3, 311 частью 3, 311 частью 4 пунктом Г Уголовного кодекса Республики Казахстан. На основании статьи 58 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно назначить Мухтарову 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 лет с конфискацией имущества.